На Магнитогорском металлургическом комбинате продолжается реализация стратегии цифровизации. Так, в ее рамках ММК запустил в промышленную эксплуатацию систему цифрового двойника процессов верхней части доменной печи номер один. С помощью него специалист получает автоматизированные рекомендации по корректировке хода плавки. Цифровой двойник, внедренный в производство совсем недавно, уже успел стать настоящим помощником для специалистов, которые работают на посту управления доменной печи. Исполняющий обязанности сменного мастера печи номер один Айсадус Мухаметов говорит, программа сложнейшая, здесь более сотни различных параметров, осваивает ее постепенно, пока использует только самые основные показатели. Вот конкретно я открыл моделирование доменной печи, рудная нагрузка. Как она распределяется, рудная нагрузка наверху доменной печи? Инновационное решение разработано и внедрено для снижения расхода топливно-энергетических ресурсов, в частности кокса, необходимого для производства чугуна. Нам помогает то, что конусные печи мы не видим, что происходит внутри, а вот этот двойник за счет вычисление там температуры холодильников, температуру колышникового газа. Он нам дает определение, какой ход печи, как надо грузить печь, что надо предпринять, чтобы было производство лучше, чтобы не было потери тепла с печи, и это регулирует ход печи. Инициаторами создания двойника стали технологи доменного цеха. Они разработали его совместно с челябинским предприятием. Основываясь на данных дозирования, транспортировки и загрузки в доменную печь железнорудного сырья и кокса, цифровой двойник выполняет математическое моделирование технологических процессов перемещения шифтовых материалов в тракте загрузки, колышнике и в доменной печи с учетом физико-химических закономерностей. В доменной печи существует два вида загрузки. Нижняя, где при помощи дозаторов набирается порции шифтовых материалов, кокса. И при помощи скипов они поступают наверх загрузочного устройства, где в дальнейшем распределяется на колышнике доменной печи. Вот. Цифровой двойник прогнозирует работу всех механизмов и помогает мастеру, технологу доменной печи в его работе. Он ему дает подсказки, как и что делать технологу. По словам Виталия Бегенюка, применение цифрового двойника способствует формированию и достижению необходимого оптимального распределения шихтовых материалов на колышнике и в доменной печи, что приводит к снижению удельного расхода кокса в количестве 1 кг на тонну чугуна. В сутки доменная печь номер один дает чугуна 3800, 4 тонны кокса. При нынешней стоимости, в районе 20 тысяч, это 4 килограмма будет 80 тысяч в сутки. Пока в промышленную эксплуатацию внедрен один двойник, но в планах установить подобные на печах номер 7 и 8. Юлия Черешнева, Алексей Вичинкин, телекомпания ТВИ.